Глупое и вредное решение. Так Владимир Путин назвал санкции, введенные против России. Об этом и не только глава государства заявил в интервью журналистам немецкого издания «Бильд». Президент уверен, что Запад глубоко ошибается, полагая, что ограничения вредят в первую очередь нашей экономике. Финансовые потери несут обе стороны. Что касается реакции наших западных партнеров, мне кажется, она была ошибочной и направлена не на поддержку Украины, а на сдерживание роста возможностей России. А мне кажется, что этого не следует делать. В этом и заключается главная ошибка. А нужно, наоборот, использовать возможности друг друга для взаимного роста, для совместного решения проблем, перед которыми мы стоим. Вы сказали о санкциях. Я думаю, что это глупое решение и вредное. Также в интервью речь шла о политике США в Европе. По мнению Путина, расширение НАТО на восток дестабилизирует ситуацию в мире и обостряет отношения между государствами. Была затронута и тема Крыма. Немецкие журналисты спросили президента, стоит ли из-за полуострова ухудшать отношения с Западом. На что Путин ответил, России пришлось вмешаться в происходившее на Украине, чтобы защитить русскоязычное население, в Крыму оно составляет большинство, и отстоять интересы этих людей.